Здорово, народ. Я секрет нашел в этой вот местности, который подтверждает, что игра не про файты боссов, а про прыжки и нахождение всяких плюшек. Вон, видите, он башня светится наверху. Вот туда можно попасть, оказывается. Только не стандартным способом по лестнице, потому что здесь нет тупо. А в стиле игры. А именно вот так. Я, правда, не знаю, насколько у меня это сейчас получится на записи, потому что это сделать... Я, честно говоря, сам не совсем понимаю. Вон, видите, там сундук стоит. Вот так. Я его еще не открыл. Ай, блин. Так. Я как-то вот по колоннам прыгал, как туда запрыгнул. Ну, ладно, я, короче, записывать не буду, как я туда запрыгну. А как запрыгну, покажу, что там лежит. Ага. Ну, собственно, да, вот между этими, между вот этой колонной и стеной прыгаешь как-то. И потом вжик, и ты здесь. Итак. Ту-дун. Стальные клинки. Так у меня же есть стальные клинки уже, нет? Стальные клинки 36 урона. Но это странно достаточно. Ну ладно. В общем, лут удручает на данном этапе уже. Однако, тут еще можно залезть, нифига себе. Ядрить колоколы еще, смотри, охренеть. Так это вот они где звонили-то. Бля, как бы мне не сорваться-то. Ни хрена себе я залез, бля. Я сам ошалел слегка. You know? Лол. Так. Теперь главное... О, еще... А вот и дух. Да, это же дух или что это? Так, ну ладно. Прикольно. Блин, это неожиданно достаточно. Вот, а вот и здесь, вот с этой стороны, точно такая же башня. И там... И там пластина. Я допрыгивал туда. И там пластина, но ее надо это... Ну, вторая пластина. С... Короче, надо эмоцию где-то приложить. Но я, наверное, хочу вон туда сначала. Во, да, вот и дух. Священный страж. Священный страж. Так, священный страж. Это что это за страж? Священный страж позволяет совершать тройной прыжок. Вот так. А вы говорите боссы. Нахер боссы не нужны здесь.
Требуется непродолжительная перезарядка. Так, может, мне позволят обратно запрыгнуть, нет? Не, ну тут, наверное, не, ну вряд ли долечу, да? Священный страж. Вот, и еще я хотел... Лол, на этом стоять тоже можно. То есть тут, понимаете, как сказать там, места, на которые ты можешь попасть, совершенно не очевидны. Ты можешь зацепиться вот за что угодно. Вот за этот карниз, например. Вот, да? И это нормально. То есть тебе никто не собирается подсвечивать. Зацепись вон за то и долети вон туда. Пошел нафиг, сам ищи. Вот в чем прикол-то. Это на самом деле офигительно. Мне нравится, когда за вас ничего не, ну, как бы уже не решили, и вы только делаете. Вы должны сами это искать. Вот в чем прикол-то, вот в чем кайф. Нашли, молодцы, отлично. Не нашли, ну, блин, ребят, надо думать, искать, соображать. А так, блин, когда все уже на готовенькое придешь, так и играть неинтересно. Ну ладно, это все как бы присказки, да? Я хочу еще раз запрыгнуть туда же. Посмотреть, что там за пластина. Как запрыгну, я скажу. Ну, я потому что могу долго тут промучиться, на самом деле. Потому что это не особо просто. Тут здесь вот так вот надо. Раз, оп. И никак. Ну, чувак. Ну почему ты такой фраер, а? Объясни мне. Можно на перил попробовать. Короче, надо встать вот. Подожди, может, не требуется. Ну тут по-разному можно. Можно вот со стены попробовать, наверное. Ай. Ну я вот сюда вот запрыгивал. Во, вот так, да. Делал вот так, потом так отходил. Бля, да что ж прыжка-то не было, сука. Так, вот упираешься. Так. Да, вот так. И наверх потом. Через вот эти колонны. Главное вниз не свалиться опять. Так. Уп. А, вот так, да. Так, а тут еще выше можно. Да, как я тут выше-то поднимался? Блин, я уже забыл. Да. Вот так. Теперь, наверное, вот сюда. Так, и теперь, наверное, блин, только не свались, пожалуйста. Прикол.
Так, стоп, а еще выше можно? Слушай, а можно? Вот эти вот колоколы, они тут, блядь, вообще не просто так стоят, мама клянусь. Смотри, видишь? Туда точно тоже можно напрыгнуть, скорее всего. И, скорее всего, вон та пластина, открывая эмоция, находится вот где-нибудь наверху этих колоколов. Вот гадалки не ходись. Как вот только туда запрыгнуть, это большой, большой вопрос. Пока что. Тут даже не в том вопрос, как туда запрыгнуть, а вопрос, как бы не свалиться. Потому что если я туда свалюсь, охренеть, я залез. Идрить твою. А помните, вот на одном из боссов были колокола. Звонили. Я еще подумал. А и колокола именно в этой локации. Я еще подумал, а где там колокола, блядь? То есть колокола звонили, а нам показали в заставке, что вот в этой локе звонят колокола. И я еще такой думаю, что я не видел там колоколов. Так вот они, ебана. Там может быть пластина, которую не видно. Ну... сундуков вроде бы нет. Но тут нужен тройной прыжок, походу. Как раз. Чтобы туда наверх залезть. Раз, два, и еще один прыжок, и как раз я долетаю, наверное. Раз, два, еще один прыжок, как раз долетаешь. Пойду возьму тройной прыжок. Мне все равно падать вниз придется теперь. Пойду возьму тройной прыжок и попробую. Вот она пластина. Так, бросить. Вот она пластина, да, как бы. Она пустая. Угу. Так, а тройной прыжок-то где у нас дадут? Угу. Вон там дадут. Надо еще в этой части, кстати, покопаться. Вполне возможно, что и в этой части можно залезть в Поднебесную. Так, а мне с чего его ставить-то? Позволяет совершить тройной прыжок. Да, а что мне тут стоит-то вообще? Увеличивать дальность атаки. Увеличить скорость передвижения. Увеличить высоту круговой атаки. Создает крутую платформу. Увеличить дальность бега по стенам. А, ну вот это не надо. Вот это надо, да? Тройной прыжок. И как это работает? Ага. Ну, прикольно. Ну-ка, интересно, я с тройным прыжком теперь... Вообще на изи стал залазить, смотри. Раньше я сюда не мог допрыгнуть. А вот такой звук, слышите, да? Вот. Это значит, он перезарядился. Ядрить, я крут стал. Так может, я и туда теперь могу допрыгнуть, нет? А, ну нет, туда вроде не дают. Нет, там упираются, упираешься башкой во что-то. Коллайдеры. Ладно. Давайте теперь попробуем допрыгнуть, да? Еще один прыжок. Он, короче, остается, то есть ты его в любой момент можешь использовать. Не обязательно сразу
То есть вот прыгнул, подлетел, раз, еще раз можешь. Ага. Понятно, как он работает. Как профитнее, я еще не знаю пока. Но это как бы еще не последние духи. Вот видите, еще раз есть ячейка запертая. И вот еще ячейка запертая. Еще где-то два духа есть, ты прикинь. То есть я уже... Мне уже можно ласта убить, и игра овер. Однако вот эти два духа где-то еще лежат. Прикинь, в какой-нибудь... Поднебесье, как вот в этом случае. Так, куда я хотел залезть? Я хотел залезть. Куда я хотел залезть? А, на колокол, да? Опа! Ай, блин. В общем, сейчас запрыгну и продолжу. Подобного рода загадки были в Сталкере. Когда, короче, ну только не в оригинальном, а в модированном Сталкере, ну там в народной солянке или еще где-то, когда ты, когда тебе сундук какой-нибудь спрячут так, что его хер найдешь, и вот ты лезешь туда полдня, да? Как бы. Ай, нет! Зараза, не зарядилась еще. Ты туда лезешь полдня через всякие дебри, какие-то балки, хералки, и как только ты туда долезешь, и туда положили, короче, пушку, ну, супер пушку, ну, я про сталкер, да, ну, как бы, это намного интереснее, чем идешь, бах, сундук, а там супер пушка, ну, так неинтересно, а вот когда ты сам находишь, особенно сам тут, важное слово. Сам находишь какую-нибудь хренату интересную в игре. Вот тогда да, тогда вообще nice. Но я туда с тройным прыжком даже не допрыгну, по-моему. Хотя, не допрыгнул, блядь. Ядрить твою мать. Тут только нету вот ни хрена, блядь. Вот это да, это печально. Хотя, может быть, еще выше надо попробовать. Эй, ну-ка, подожди. Отпустись, собака. Ну, тут я больше ничего не вижу. Вот там еще какие-то. Выступы есть. Ну, возможно, это... Ну, тут ничего нет, да. Над колоколами. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Правда ведь? Ребята, ничего страшного. Интересно, допрыгну я до туда или нет? Ну все, тут
Наверное, на той стороне есть еще два таких колокола. Потому что, по-моему, в видосе было четыре колокола. Но это я уже могу соврать, конечно. Недолет, блядь, сука. Недолет. Ну, там, по-моему, ничего не было. Ладно. Вот, по-моему, вот там тоже есть такая херота. Как-то он с первого раза сдох, я не понял сейчас. Вот на это вот надо попробовать как-то залезть. А вот как, это пока что вопрос. Куда-то запрыгнуть. Опа, блядь. Опа, блядь. Опа, блядь. Вот так. И вот так. И тут пусто. Так, а еще вон выше есть, смотри. Опа, блядь. Есть. А, и вон вижу. О. Оп. А вот и эмоция. Так. У меня такая эмоция-то есть вообще? Что за эмоция странная? А, вот она, да? Нет. Хватит. Возможно, такой эмоции-то нет, но хотя у меня все ячейки вроде бы... А, вот она! Аплодисменты! Е-е-е-е! Я так и знал, что эти аплодисменты, когда дали, я думаю, ну, наверное, будет или после ласта какая-нибудь херота сложная, или где-то в районе, ну, в игре еще. Так оно и оказалось. Так, ладно, зачем я это все собираю? Мне это ничего не надо. Ладно. Сейчас бы еще вот клавиш перестать путать. Это я в секиру параллельно играю. У меня клавиши прыжка. Здесь клавиш прыжок на... Да блин. Здесь клавиш прыжок на пробеле, а там на шифте. Здесь наоборот. Я путаю. Ну, потому что здесь мне удобно так, а там так. Так, куда мне лезть-то надо? А, ну, сюда, да? Ну, ладно, я сейчас допрыгну, не буду уж 10 раз повторять одно и то же. Когда прыгну, продолжим. Ну, кстати, знаете что, вот с той стороны проще прыгать. Да, только вот на ту сторону не пустят. Блин, я балбес. На ту сторону надо... На ту сторону я вон оттуда попал. Вон оттуда. Тут там можно допрыгнуть. Да с этой стороны вообще-то тоже можно. Скорее всего. Блин, лестницы не очень удобные, они, конечно, сделали. Ну ладно. Ладно, попробую с этой, пофиг. Короче, смотрите, с тройным прыжком. Раз, два, три.
Угу. Гайдиз, блядь. Сейчас. Раз, два, три. Блядь, только что получалось. Как так-то? Надо зажимать первый прыжок. Раз, два, три. Да как же только что получалось? Всегда так. Первый раз получится, а потом хрен. Раз, два, три. Сучка. Ладно. Пофиг. Можно, наверное, напрямую допрыгнуть теперь. Что я делаю, блин, балбес? Вот и все. Херотой какой-то занимаюсь! Зараза. Но так, конечно, не получится. Братку. Так. Раз, два, три. Отлично. Так, здесь побежали. И сюда он, да? Или не сюда? А, во, все. Ну, момент истины. Давайте. Ту-дун! Банановый король. Что, блядь? Тролли долбаные. Че еще за банановый король? А что такое банановый король? Это дух? Нет, это не дух. Так. Я что-то пропускаю? Щит, амулет огня, душа высоты, браслет, роза, вихрёв когти, камень, вера, сосуд душ, фрагмент, контракт. А, это может оружие? Нет. Миротворцы, сильно, северные клинки. Так, вот сейчас не понял. Плащ. А, во! Банановый король. Лол. Ну, ладно. Банановый, так банановый. Не, ну это, конечно, трэш. Я в этом бегать не буду, вы уж извините. Верните мне мою черную тень. Ну, тем не менее, да, как бы. Угу. Осталось, по сути, мне осталось два духа найти. Вот этот и вот этот. И у меня висит задание. Пропавшая мать. Да, и где вот это все искать, я пока вообще нищет Форштейн. Опа! Теоретически, вот на эту платформу можно вот оттуда запрыгнуть, а потом долететь вон тут до туда.
Ну, без тройного прыжка даже. С двойным можно. Да, еще одну фигню я сейчас здесь же покажу. В этом видосе. Которую нашел. Ну, она такая. Так, она не... Она только не здесь. А, кстати, где она? Блин, нет, не здесь. Засохни. Да, вот здесь вот, где вот этот вот пустошь, которую я на видосе пилил. Чучело тут стоит. Хо-хо. И, короче, если вот сюда спрыгнуть, вау, то летишь так долго-долго. И можно на замок вот так вот посмотреть. Ну и на округу тоже. И там вот какой-то... Какие-то два кубика непонятные. И все в таком духе. Ну, в общем, все. Это пока все, что я нашел. Пока-пока.